Импортируем луп в Ableton Leaf на аудиодорожку. Удаляем все, кроме лупа, для удобства. Клонируем лупы клавишами Ctrl плюс D. PS, не забудьте включить английскую раскладку клавиатуры. Создаем MIDI-дорожку. Заходи в вкладку Instruments и ищем Drum Rack. Перетягиваем его на MIDI-дорожку. Вот сюда мы перетаскиваем все инструменты для прописания ударки. Например, кик, клэп, хай-хэт. Выделяем место, где будет наша ударка. Нажимаем PKM, Insert MIDI Clip S, прописываем ударку. Обращаем внимание на BM. Если BM меньше 130, ставим в 4 шага, а есть больше 130 BPM, то прописываем в 2 шага. PS, советую при написании бита надеть наушники, это очень важно. Это хай-хеты в 2 шага. Это хай-хеты в 4 шага. Сори, я последний лох, который забыл включить звук в бандикаме. Дальше прописываем ударку под ваш слух. Добавляем бас под кики. Расставляем, где надо, ударочку. По приколу можно в конце сделать потише звук.
Добавляем voice tag, который вы можете купить, ссылки в описании. Сохраняем проект. Чтобы зарендерить быт, делайте как я. Выставляем вот такие настройки и рендерим. Бит готов, с тебя лайк и подписка, а мы слушаем. Пока!